В дальневосточной столице состоялся брифинг, посвященный презентации первого всероссийского молодежного театрального фестиваля «Место силы – Владивосток». Основными спикерами стали министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова и руководитель проекта Дмитрий Бикбаев. Мы решили вернуть Владивосток на театральную карту города страны. Так случилось, что в советский период Владивосток всегда был и оставался одним из лидеров именно драматического театра. Сейчас понятно, что с работой Валерия Бесалча здесь академическое искусство в большей степени представлено, но драматический театр в той или иной степени немножко из общей федеральной повестки потерялся. Поэтому, учитывая, что в 2025 году будет открываться креативно-образовательный кластер, там будет особое внимание уделено именно драматическому театру, мы решили провести большой, красивый, молодежный театральный фестиваль. Приморский театр молодежи, Краевая филармония и Пушкинский театр примут спектакли в рамках фестиваля. За 5 дней здесь будет 8 спектаклей в общей сложности, здесь будет насыщенная культурно-просветительская программа, и здесь будут ведущие менеджеры театрального дела в нашей стране. То есть Владивосток действительно станет не просто местом силы, а он станет главной театральной столицей в июле, и это значимо. В фестивале поучаствует Владимир Машков, худрук Московского театра Олега Табакова, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, арт-директор фестиваля «Уроки режиссуры» Ольга Егошина и многие другие театральные деятели. Что касается артистов, это школа-студия МХАТ. Действительно, и завкафедры актерской мастерской приезжает, и будут работать с нашими участниками. Что касается вот актерства, это школа-студия МХАТ. ГИТИС приезжает, ректор Заславский, он будет работать с критиками и театральными журналистами. То есть мы в целом постарались охватить все направления театральной деятельности. А у молодых театралов появится возможность поучаствовать в просветительской программе фестиваля. Их будут ждать различные мастер-классы от профессионалов своего дела. Мастер-классов будет очень много, более 50 просветительских мероприятий запланировано. Приезжают не просто специалисты, которые носители знаний, приезжают практики. Это очень-очень важно. 70 ведущих директоров театров со всей страны будут у нас в Владивостоке. Всероссийский молодежный фестиваль «Место силы – Владивосток» состоится с 21 по 25 июля. Это центральное событие большого культурно-просветительского проекта, включающего выездные практикумы для работников культуры ДВФО в Москве. Диана Иванова, Вероника Федорцева. Новости на Восьмом.